Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова, участница проекта Whole World 2013 года. Сегодня я вам расскажу, почему выгодно иметь семейный бизнес в этом проекте. Сегодня у меня человек, Надежда, оказала финансовую помощь в эстафете и в марафоне. Смотрите, мне пришло не 10 долларов и не 3 доллара, а сразу с сертификата мне пришло 50, 10, 5, 5, 5, 5, 5 и 15. То есть вся моя семья, здесь их 7 человек, у меня в сертификате. И у меня 4 места в марафоне. Мне пришел 1 доллар, 2 доллара, 2 доллара и 3 доллара. О семейном бизнесе Александр Комиссаров рассказывал на своем вебинаре. Вот здесь в вебинаре презентация Whole World, которая у нас есть в официальной группе. Александр Комиссаров здесь рассказывал о семейном бизнесе в эстафете. Когда вы подключаете несколько человек, например, смотрите, Виктор Иванов, Ольга Иванова, Сергей Иванов, и вы получаете не 10 долларов, а, например, 10 5 и 5, 20 долларов. А если у вас 4 человека в семье в этом сертификате, то вы получаете 25 долларов, либо 30 долларов, либо 35 и даже все 50. И, например, на Ольгу Иванову вы подключаете бизнес-автомат, чтобы ей тоже шли партнеры, чтобы не было видно, что это аффилированная цепочка. То есть все люди задействованы здесь. Например, на Сергея Иванова, либо Ольгу Иванову, вы подключаете место в марафоне, чтобы они тоже получали в марафоне денежные переводы, чтобы не было упущенной прибыли. То есть это важно. И сейчас я буду на один из своих кабинетов на моего родственника оказывать финансовую помощь в эстафете. Конечно же, все эти люди должны оказывать финансовую помощь. То есть все эти кабинеты нужно поддерживать. Заходим в один из кабинетов. Оказывать финансовую помощь я буду через Payeer кошелек. К оплате у меня 100 долларов 95 центов. И процедура обычная. Выбираю 100 долларов. То есть выбираю Payeer кошелек. Нажимаем подтвердить. Авторизовываемся в Payeer кошельке. И оказываем финансовую помощь. Поздравляем, вам присвоен статус бизнес. До 8 ноября 2022 года. Моя реферальная ссылка находится под видео. Используйте эти лайфхаки и зарабатывайте еще больше. Пока-пока.